What's up, народ, на связи Фью Нумар, вышел новый видос под названием «Кулинар от бога VR». Чуваки, погнали, посмотрим. Ага, типа Apple, только One Fuzz. Прикольная кумера. Съемка видоса в видосе. Класс. В рот мне, Винни-Пуха, вы посмотрите, их тут... Только, я вообще думал, типа, это будет симулятор какого-то кулинара, типа, здесь пока что непонятно, что. А, посмотрите, кактус парень. Эй, парень, почему у него палка? С этой палкой в жопе? Вау, какой милый урод. Я обожаю. Почему у них везде натыкнуть эти палки? Потому что у них самые сочные головы. Это кукольный театр какой-то? А еще я умею стоять на яйцах. Да, ладно. Мне жалко этого чувака. Братишка, можно мне это тут пососать твою голову? Вот это да. Прикольно, это ж можно так кукольный спектакль. Блин, фига тут устраивать. Уху! Всем привет, дорогие друзья! Это долгожданный VR-соло-выпуск. Давно таких не было. Я считаю, что это повод, учитывая, что скоро Новый год. Я тебя укушу! А это он сам делает? Нет. Ну, я же тебя назад, Рекс. Уходи. Блин, прикольная фигня. Типа устраивай такие сценки. Уходи! Я заплачу. Намек, понял? Блин. Звезду я отсюда. Ну ладно. Походу каратист какой-то, блин. Я посмотрел такой спектакль от Мармока, полноценный, полнометражный такой, знаете. Новогодняя заставочка еще. Так, что тут у нас? О, там вот и кухня. Музыка играет. Музыка больше не играет. На кухне должно быть все стерильно. А здесь у нас играла очень грязная волна. Сегодня на кухне главного шеф-повара. Музыка лишняя. Так что я попытаюсь вас удивить своей импровизационной кухней. Если это упало, значит этому было суждено случиться. Вот такая вот... Правило 5 секунд. Первым атакам там уже больше прошло, пошла капуста. Нарезай капуста так, словно долька, как делать арбуз. Отрезаем S у баклажана. И шинкуем его на тапочки. Так, нам нужны какие-то специи. Нам нужны все специи. Что-то шишка какая-то. Мы разберемся, как их. Бля. Так, убираем все аккуратно под шкаф. Я уверен, Рататуи приготовит с этим охуенное блюдо. Если главный шеф-повар узнает, что я делал с его любимой доской, он из меня... Как это упало? Итак, следующим этапом у нас идет прожарка. Добавляем черный перец по вкусу. Если это, конечно, собирается кто-то есть. И вуаля, первый этап готов. Правда, блюдо потекло немножко. Так, ну, съедобность этого блюда под вопросом, теперь, конечно. Теперь нам нужно это куда-то переставить. Ух ты, я про тебя и забыл. Ёбаный вот. Это холодное оружие теперь. Бедный капуста, блин. Закидываем сюда наше блюдо. Солим, перчим опять. Закидываем сюда. Какой-то суп или что это? Я не знаю, да что это. И макароны. Меня смущает размер капусты. Я надеюсь, кто-то себе записывает рецепт. Ну, о, действительно, чуваки, пишите в комментариях, вы бы попробовали такое блюдо? Это, конечно же. Блин, я сюда бы еще что-то добавил. Например, форель и тыкву. Заебись. Все, можно хавать, реально готово. У тебя нет шансов, сосунок. Я ущу, практикую с самого детства. Я с пеленок тренируюсь, меня мать кормила, а блин, я фига, на ее сиськи тренировался. Симулятор кунг-фу какого-то. О, это ты зря сейчас сделал. Погоди, мне надо проветриться. Вот так, вот так, вот. Бамс. О, хочешь меня победить? Знаешь, что я тебе на это отвечу? Иди нахуй. Чтобы тебя максимально унизить, я буду использовать только правую руку. Блин, было бы прикольно, если бы здесь был, короче, прием питон. Какого джилинка? Кто знает, тот знает, опять же. Лежи. Все, уложил. Ладно, нет, у него не там одна сердечко осталось. Дай пятюль. Опа. О, чё? Все, играем дальше. Не бей сильно, сосунок, иначе я тебя перестану тренировать. Ладно. Блин, классная игра, я поиграл. Запрещенный прием ножницы. О, это полезно, это гимнастика. Ей, пошел вон. Что, сенсей какой-то? Победа, бля, жопа болит.
А тем временем наши эксперименты почти готовы. Экскременты, да, это слово подходит замечательно к этому. Продолжаем копать еду туда-сюда. Все мимо. Извините меня за то, что я по-прежнему называю это едой. Осталось только макароны. Хотя нет, там жир на столе разлит, или что, это масло какое-то, я не знаю, типа, как раз макарошки у него упали туда, в этот жирок там. Повалялись, им типа просочились, я не знаю, типа. Собрать. И он их обратно положил. Ну, так вкуснее будет. А для следующего блюда мне понадобится картофель. Вот же она, картошка, и очень много тут. Мне понадобится это какое-то мусорное ведро. Удобная тара. Очень удобная вещь. Что она делает на полу, непонятно. Бульба! Это блюдо называется ленивые чипсы. Какой повар такие чипсы, блядь? Немножко мяты, щепотку чили и чуть-чуть душистого перца. Вот. И колбаса. Загоняем. Не, ну слушайте, в принципе, это довольно съедобно. Ладно, полчаса. Знаете, я тут подумал, что электричество-то тратить. Я заодно и сухари сделаю. Не-не-не-не-не-не-не. Я не ощущаю хруст без этого. А, нет. Но все. И вишенка на торте, чтобы это все хорошо перемешалось. Огнетушитель. Что? Я не понимаю. Оно греет, да? Оно ведь работает. Готово, что ли? Какого хрена? А для следующего блюда мне понадобится баллон с пропаном. Что? Это уже все довольно сомнительная кулинария. Так, что происходит нафиг? Чуваки, запомните, никогда не подпускайте мармука на кухне, если вдруг у вас такая возможность будет. Но что не поделаешь ради... Ну или хотя бы, блин, не оставляйте его там одного. Искусство. Так, гусиные яйца легли как надо. Ёперный пропан! Я терплю катастрофу по габаритному вопросу. Какое... Что ты будешь делать? У второго блюда такой же статус. Я испытываю... Когнитивное искажение. Мне жалко эту печку или что это, микроволновку, типа он пытается пропихнуть в нее то, что в нее не залазит. Субъективных ожиданий, блять. Да я в ахуе просто, простыми словами, я ничего тут приготовить не могу. Я недоволен. Какой приятный... Или, блин, повара какие-то, не знаю, не смотрите просто эти ролики. Поезд. Мягкие подлокотники. Мне нравится. Опа, это кажется для меня. Ля. Чувствуется вот эта вот атмосфера какого-то лакшери. Амонитоладо сей. Что-то самолет какой-то или поезд. Вино, наверное. Пробка прикольная, конечно, но ее придется вернуть на место. Хорошо. Там немножко вина, кстати, прилилось. Выпью за ваше здоровье. Пьянящий аромат. Вы посмотрите, как свет... Блять! Сука, ты охуел там зешь, нахуй? Спускайся, пиздиться будем! Тут есть обслуживание. Он сам приходил. Что за демон? Тут еда? А где еда? Я не понял, типа, это миска, что блин, за фальшивка? Типа... Я что, воображаемую еду должен... Еще приготовь раз сам, так типа, сделаешь, я тебе твое копье тебе же в Асгард засуну. Что это за чудо? Сюда нажать надо. Алло. Че? Я ничего не понимаю, что говорят. Eliminating. Я что-то не понял. Тут меню такого нету. В смысле уничтожить? Че? Сука, говно. Я, кажется, понял, как их уничтожить. Да, надо просто луч направить на них же. Ой, заткнись, пожалуйста. Ты не понимаешь уровень моего возмущения. Что это за поезд вообще? Куда мы едем? А, это самолет, все-таки. А, так вот так-то, как это меню работает. Нужно ввести цифры. Ну-ка, посмотрим, что здесь за блюдо у нас. А, то есть, сперва хотели убить лазером, а потом еще и, блин, накормили. Почему оно тикает? Что, почему здесь все хотят его убить? Я думаю, это нормально какой-то, блин... Йо, друзья, наступай. Типа нормально какой-то симулятор, лакшери там жизни, ты катаешься там
заказываешь, что-то хаваешь. Ищем всех и спасибо. Сделал что-то не так, все, блин. Бац. А я напомню вам, лазер какой-то, граната. Есть GTA RP сервер, на котором тоже наступил. Блин, я думал, еще будут игрушки, типа. Хотел еще посмотреть что-то. Что-то коротенький какой-то видос, ну ладно. Это круто, типа, я каждый раз удивляюсь VR-играм, типа, я просто не, ну, не сильно шарю в них вообще, и, типа, Мармок снимает, и, типа, ты смотришь такой, вау, просто, такое есть в играх, типа, блин, это очень круто. Хотелось бы, конечно, самому тоже поиграть, но, к сожалению, остается только смотреть видосы Мармока, да. Если у кого-то возможности нету. В общем-то, на этом все, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых роликов. Ну а с вами был Финн, всем пока.